Ну, Россия и Украина всегда была все-таки близка, да, и у меня родственники есть в Украине. И что касается того, что сейчас большой приток беженцев, ну а что делать, куда деваться? Конечно, люди не хотят войны. Мирные граждане, мирные люди, никто не хочет войны. Все хотят жить спокойно и нормально. И, естественно, у многих здесь есть родственники в России. Они едут к своим близким. Что делать? Ну, в данном случае только помогать.